Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим портативное пускозарядное устройство, он же бустер от компании Smart Booster, модель T211. Поставляется зарядное устройство в фирменной упаковке. Здесь у нас небольшая инструкция находится. И все упаковано вот в таком вот чехле. Здесь сам бустер, емкость встроенная 10 тысяч миллиампер, из soft touch пластика прочного сделан бустер, кнопка включения-выключения сбоку находится. Также имеется фонарик, два USB полноценных, разъем для подключения зарядки через сеть 220 и через микро-USB также можно подзаряжать. Есть индикация заряда батареи, разделена на 4 части. Фонарик работает, нужно зажать кнопку включения, есть несколько режимов. Вот так вот все работает. Так, в комплекте еще у нас есть различные провода. Провод для подключения и зарядки самого бустера, прикуриватель, есть также такой многофункциональный с разными разъемами, провод micro-USB, Type-C, mini-USB и под iPhone Lightning. Блок зарядки всей 220 вольт и также крокодилы для подключения аккумуляторной батареи для пуска. Подключаются они сбоку, имеется разъем, который закрывается резиновой заглушкой. Максимальный пусковой ток, который может выдать данное зарядное устройство, это 600 ампер. Довольно-таки много. При покупке на данный бустер обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.